Реальность еще и в том, что Украина сегодня выживает исключительно благодаря колоссальным финансовым вливаниям Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Украинские госслужащие, в том числе дипломаты, получают зарплату от иностранных государств. Военная техника и обмундирование ВСУ тоже поступают из-за рубежа. Все свое режим Зеленского уже давно потерял. По сути, Украина сегодня – это не что иное, как частная военная кампания в руках западных стран, задача которой – нанести максимальный урон России. Исключительно этим руководствуются западные кураторы киевского режима, выделяя ему деньги, вооружение, и им абсолютно наплевать на жизни простых украинцев. Коллеги, реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурсов для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. Вывод из этого всего один, и для наших недругов он неутешительный. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей.